Рецепт недели на этот раз – необычный макаронный десерт. Нам понадобятся пшеничная лапша, миндальные лепестки, сливочное масло, жирные сливки, тростниковый сахар, плитка темного шоколада и какао-порошок. Длинную лапшу надо поломать мелкой соломкой. На разогретую сковороду выложить сливочное масло, добавить сливки, растопить все до однородной консистенции. Постоянно помешивая, всыпать какао-порошок, тростниковый сахар, макароны, лепестки миндаля. Все тщательно перемешать. Получившуюся массу выложить в форму, застеленную пергаментной бумагой. Аккуратно разровнять, дать остыть в холодильнике несколько часов. Готовую плитку аккуратно разрезать на небольшие кусочки. Каждую пластинку обмазать растопленным шоколадом. Это удобно делать с помощью ложки. Украшаем. Мы выбрали кондитерскую посыпку и дробленые фисташки. Оригинально, вкусно и совсем несложно. Приятного аппетита желаем вам мы и кондитер Дарья Терешонок.